Выезд на встречную полосу движения при совершении обгона – это опасный и рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости, вследствие чего при столкновении транспортных средств возрастает сила удара, что приводит к тяжелым последствиям. За 7 месяцев текущего года на территории республики произошло 34 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей, выехавших на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. ДТП по данной причине имеют, согласно статистике, самые тяжелые последствия – так, в подобных авариях погибло 20 человек, еще 56 получили различные травмы. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом транспортных средств на полосу, предназначенную для встречного движения, 2 августа сотрудники госавтоинспекции Мордовии организовали оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Всего за один день проведения рейда было выявлено более 50 водителей, совершивших нарушение ПДД, выезд на полосу встречного движения. В рамках проведения мероприятия сотрудниками госавтоинспекции была организована акция «Встречка не для встреч». На самых оживленных участках автодорог регионального и федерального значения полицейские проводили профилактическую работу с водителями, уделяя отдельное внимание необходимости перед началом маневра убедиться в его безопасности, а также напоминали гражданам, что прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии, и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения. Каждому водителю были вручены памятки, которые специально для данной акции разработал один из известных художников Мордовии. Почитайте, санкции написаны. Смотрите, чтобы маневр был безопасным, и обгоняйте всегда там, где разрешено. Освежите память, пожалуйста. Госавтоинспекция информирует граждан, что за выезд на встречную полосу в нарушении ПДД предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Кроме того, за повторное нарушение, связанное с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, совершенное лицом, уже лишенным права управления за такое нарушение, предусмотрена уголовная ответственность.